Муай-тай крабикрабонг. За сложным названием стоит не менее сложное боевое искусство, одно из самых древнейших родом из Таиланда. Школа муай-тай – большая редкость в России. У Ярославской области есть своя федерация, а этим летом впервые открылся лагерь муай-тай. Это воинские системы, которые пришли со времен войны, когда люди воевали. Там нет особых правил. То есть, конечно, сейчас мы ограничиваем людей, чтобы не было серьезных травм или серьезных увечий. И мы практикуем его как искусство, а не как метод, который учит нас там драться, убивать и так далее. Практиковать искусство в лагерь приехали мастера из Таиланда. Конечно, за неделю, отведенную на мастер-классы, таких результатов не добиться. Мастера тактично отказываются давать оценку своим ярославским воспитанникам. Для серьезных результатов нужно пройти долгий путь. Отличий российских спортсменов от европейских и азиатских не так много. Просто поскольку это проводится в первый раз, нужно больше тренироваться. Участники лагеря муай-тай – мужчины. В зале лишь одна девушка. Для этой борьбы, говорят участники лагеря, ни пол, ни возраст не имеет значения. Андрею Талову 53 года. Он самый старший в этом зале. Чувствуешь себя лучше, помоложе, так скажем, хотя человек в возрасте как бы. Чисто для самого себя, это, ну, как бы вот для себя, для здоровья. То есть чувствуешь для себя более уверен, так скажем, и более здоровым, так скажем. Чтобы больше, дольше прожить, как бы говорится. В планах у организаторов после завершения лагеря создание школы этого боевого искусства в Ярославской области. Захар Акопов, Олег Лушников. День в событиях.